Сегодня, 1 октября, нотариусы Пинской нотариальной конторы бесплатно проконсультировали пожилых граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Обращения касались, в частности, правил оформления наследства. Ежегодно Пинская нотариальная контора участвует в благотворительной акции, которая приурочена к Международному дню пожилых людей. Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, горожане пенсионного возраста могли получить консультацию по вопросам, входившим в компетенцию нотариуса. Пенсионер Леонтий Кулешевич – один из тех, кто воспользовался возможностью бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь. Сегодня мне очень помогли. Очень. И я считаю, что такие акции должны в последующем быть, потому что людям всегда надо консультация, они не знают, особенно пенсионеры. Ну все, спасибо большое. Такие акции пользуются спросом у пожилого населения. Специалисты отмечают, в дни их проведения к нотариусам обращаются более 50 человек. Как правило, это вопросы чаще всего и оформления наследственных прав, составления завещаний, доверенности, вот как сейчас был мужчина, и вопросы договоров дарения недвижимого имущества. Эта благотворительная акция не единственная. Нотариусы анонсируют также бесплатное консультирование, которое приурочат ко Дню матери.